Библейский портал exeget.ru представляет. Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале exeget.ru, И сегодня мы с вами рассмотрим 17 главу. По пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и проселяло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, «Се облако светлое сияло их, и все глаз из облака глаголищей, се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушаете». И, услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте, не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Видим, что 17 глава описывает о преображении Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа перед учениками. Преображение фаворского света. Христос приоткрывает своим ученикам, трем ученикам, Петру и Зивидеевым, и Иакову и Ану свою тайну божественности, тайну божественного света. Он преображается перед ними. Не то, чтобы он воспринял этот свет, и его не было никогда у него. Он Бог, Бог-человек. Этот свет был с ним от рождения. Но ученики в данный момент, Христос это видел, стали способны для того, чтобы этот свет увидеть. Много было споров в учении между Западной и Восточной Церковью по поводу восприятия Божественного Света. О Божественном Фаворском Свете учили отцы из древних времен. Но системного учения о том, как достигается и постигается Свет Божественный, Свет Нетварный, не было у отцов церкви до XIV века. Святитель Григорий Палама в своих поучениях в защиту исихастов, то есть созерцателей, людей, занимающихся умным деланием, это учение, если можно так сказать, систематизировал и преподал его как учение церкви. Но все было не так просто – Свидетель Григорий Полома жил в начале XIV века. Его служение пришлось на середину XIV века. В 1330 году да, он жил на Святой горе Афон, был игуменом из Сегбенского монастыря, были гонения со стороны турок, когда пришлось святителю тогда еще игумену переехать из, если так можно сказать, Салоники, потому как была османская ига, и было нападение мусульман на святую гору Афон. Но со временем было, снова произошло возвращение туда, и вот там уже в начале, э, в начале XIV века, когда святитель Григорий Палма подвязался в умном делании, и монахи он сам находился под руководством опытных монахов и сихастов, и монахи стали практиковать это умное делание, дабы прийти к главному, тому, чему учит церковь. Это состояние обожжения. И они стали способными, некоторые из них, видеть этот божественный свет фаворский и учить о нем. И вот в 1330 году в Салоники приезжает из Италии, из Калабрии, Варлаам Калабрийский. Ученый монах, вселяется в Салониках, учат в разных школах, очень становится приближенный к власти светской и церковной, учит на Дионисе Арипагита, великолепный оратор, рационалист, и начинает высмеивать все то, чему учат на святой горе Афон и Сихасты, их умное делание, их практику творения Иисусовой молитве и их возможность постижения нетварных божественных энергий. Тогда к святителю Григорию Паламе обращаются ученики. Он делает несколько устных наставлений, передает им Варлааму, в чем его ошибка, ссылаясь на святых отцов, таких как Максим Исповедник, святитель, преподобный Иоанн Дамаскин, Другие отцы древней церкви, нечто он находит в Василии Великой, даже у Афанасия Великого, у Григория Богослова, которые дают истолкование 17 главы Евангелия от Матфея. Но воролам никак на них не реагирует. И продолжает дальше высмеивать, говорит, что они впали в прелесть. Тогда свидетель Григорий Палама пишет несколько произведений в защиту Исихастов, созерцателей, нетварных божественных энергий а учение в фаворском свете, ссылаясь, как я уже сказал, на древних отцов Церкви, но и это не помогает. И вот собирается собор, диспут. На диспуте выступает Григорий Палама, святитель, и его сторонники, и Варлам Клабрийский. Диспут длился не один день, но святитель Григорий Палама четко указывает, что то, что он исповедует и проповедует, и та практика, которая есть на Святой Горе Афон, она не новая, это не ноу-хау, как бы сказали сегодня, это древняя, древняя практика древних отцов церкви. И указывая, приводя множество цитат отцов церкви об этой практике, Валам проигрывает диспут, удаляется в свою Калабрию. Но ну, не все так просто закончилось. Были и гонения некоторые на святителя Григорию Паламу. Но в конечном итоге, к началу, к началу 15 века, эта ересь была сокрушена. И от церкви учат о том, что каждый человек, каждый человек если он прилагает усилия, прилагает усилия, о котором сказано, «Царствие небесное усилием берется, и прилагающие усилия восхищает его», подвязается определенным опытом, под наблюдением опытных старцев, опытных людей, способен воспринять этот божественный свет. Что же видели они? Что было с учениками? Что видели последователи святителя Григория Поломы и сам святитель Григорий Палома? Какой же это свет? Чувственный, умственный, внутренний? Нет. Как говорят отцы церкви, это свет божественных нетварных энергий, которые человек, ибо подобное познается подобным, преображаясь душой, начинает созерцать его не только внутренне, но и внешне. Ибо и тело человеческое преображается подобно телу Спасителя Иисуса Христа. Уже в этой жизни человек способен прикоснуться к к вечности, созерцанию божественных тайн. Вот как пишет об этом преподобный Андамонскин. Цитата. Плоть Господа была богата божественными энергиями благодаря чистейшему единению со Словом, так как Слово, с большой буквы, через нее показала собственную энергию. Ибо благодаря такому совершенному обожению человеческого естества, Господа, и могут быть явлены в плоти Христа Его божественная сила и слава. Ибо Сын, безначально от Отца рожденный, имеет безначальный природный луч божественности, а слава божественности становится и славой тела. Конец цитаты. Свидетель Григорий Плама также писал по этому поводу следующее, цитата сверкающее от поклоняемого тела сияние, мы воспринимаем чувственно не в том смысле, что будут действовать только телесные чувства. Очень важное замечание. Сегодня многим людям, которые пытаются своими эмоциями и некой инзальтацией постичь тайны Божией, и ссылаются это на фаворское такое чувствование. Смотрите, как пишет тот, который не один, а целом собором этих, можно сказать, последователями своими людей, все это, все это проверили на практике. Так и пишет, сверкающее от поклоняемого тела сиянием мы воспринимаем чувственно не в том смысле, что будут действовать только телесные чувства, неподдержанные силой разумной души, ведь только она, слышите, те, кто призывает отключить разум и познавать все чувствами только говорит разумной силами разумной души, ведь только она способна вмещать дух, которым мы видим свет благодати. Но то, что ощущается через телесные чувства, уже нельзя назвать чувственным в собственном смысле этого слова. Конец цитаты. То есть и чувства человеческие, они преображаются благодаря божественным нетварным энергиям. Только преобразившись они, избавившись от страстей, от похоти, способны созерцать уже не теми чувствами, которые есть в нас, а чувством новым, как Христос призывает, и апостол Павел призывает нас быть новым человеком в царстве его. И вот Максим, преподобный Максим Исповедник, на который в своих трудах очень много ссылается, свидетель Григорий Палама пишет, цитата, «Обоженный будет по благодати всем тем же, что и Бог, кроме тождества по сущности». Слышите? Конец статы. Какая какая, высота, которую призывает Бог человека. То есть, еще раз, он пишет, так, «Обоженный будет по благодати всем тем же, по благодати, подчеркивает, не по сущности, что и Бог, кроме тождества по сущности». Конец статы. И дальше, вот еще в другом месте тоже у преподобного Максима Исповедника есть такая цитата. «Ибо одно лишь божественной благодати свойственно даровать сущим обожение соответственно мере каждого, просвещая природу сущим сверх природы светом и делая ее высшей своих ее пределов по преизбытку славы». Конец цитаты. Вот какой божественный свет – созерцали ученики. Христос, видя их сердце, видел, что они уже были способны к этому, поэтому преображается перед ними. Что же они, ученики? Апостол Петр, как мы видим, и в прошлой главе мы видели в 16 когда я ему сказал, «Ты, Петр, на семь камня, я создам церковь моего врата ада, не одолеют ее». Он подходит ко Христу и говорит, «Господи, да не будет с тобою». Этого он услышал, эти слова, которые льстили его душе, и подумал, что вот он, Петр, на нем, как на личности, Господь создает церковь. И тут же он, впадая в это состояние, такого самого возвышения, будучи апостолом, но еще не просвещенный Святым Духом, он говорит, Господи, да не будет с тобой этого в предыдущей главе, помните? А Христос ему что говорит? Отойди от меня, противник, сатана. И ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Христос вскрыл в нем это состояние о том, что он думает о человеческом устройстве церкви здесь на земле, а Христос говорил о небесном, за который он должен был пострадать. И здесь апостол Петр также прибегает, видит божественный фаворский свет, говорит, Господи, хорошо нам здесь быть, построим три кущи, что нам строить, дом построить. Сейчас мы тут осуществим строительство, да, всего только что можно, и якобы благодаря этому строительству, Построив множество зданий для служения Богу, преобразим души человеческие. Нет, говорит Господь. Не зная, говорит, что говорил. Он хотел здесь, на земле, и что вот, в каком-то определенном элитном обществе, устроить свое общение со Христом. Что же? Когда еще говорил, здесь уже вмешивается когда говорил апостол Петр эти слова, вмешивается Бог Отец. Все был глаз с неба глаголющий. Все Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушаете. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Господь подходит к ним и, говорят, как сказано, коснулся, как говорит евангелист Матфей. Сказал, не бойтесь, не бойтесь, встаньте. Выведя же очи, возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Видите? Христос предупреждает их, говорит, пока не произойдет воскресение, победа над смертью. Он это делает ради того, чтобы они не разгласили о том чуде, которое они видели. Для того, чтобы не было попыток снова у иудеев сделать его царем земным. О чем они мечтали, дабы избавиться от римского засилия и владычества. Что далее? Десятый стих. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде устроит все, но говорю вам, что ли я уже пришел. Как же Илья пришел? Мы не видели, чтобы Илья пришел. О чем здесь спрашивают ученики? О ком пришествии Ильи? Действительно, пророк Илья, который был взят на небо живым, на колеснице, как об этом свидетельствует книга пророка Иезекииля, должен прежде прийти. Об этом пишет, например, в своем послании, это, по, э, в своей книге это последняя книга Ветхого Завета малых пророков, пророк Малахи, в 4 главе, 5 стих. Следующее. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Иудеи в своем представлении из жажды земного царства они перепутали первое пришествие Христова и второго. Второе пришествие Христа. Действительно, перед вторым пришествием Христа, как об этом свидетельствует книга Откровения Иоанна Богослова, придет Илья. И он будет проповедовать, и будет умершлен. Три с половиной года. Они перепутали эти события, поэтому Христос говорит, что Илья, в общем-то, уже пришел. И тем самым он указывал на Иоанна Крестителя, который пришел в духе пророка Ильи. Который, как мы видели в начале Евангелия, и призывал книжников и фарисеев: говорит Покайтесь, и вы приблизилось Царство Небесное. Только через покаяние можно воспринять то, что приблизилось, на что Он указывал Царство Христова, где законы Небесной правды противоположны законам земной выгоды, которым привыкли. Править здесь иудеи, придумывая свои предания, всякие человеческие изобретения, дабы исправлять человека помимо. Божьего откровения. У нас сегодня, кстати, есть такой соблазн, если я ошибаюсь, пусть поправят, но есть такой соблазн, когда богословие, божественное откровение мы подменяем тоже своим неким таким, ну, неким таким преданием, что ли, нельзя сказать, старцев, но это предание уже есть, это психология когда мы все отношения, помимо божественного, ну, я имею в виду та психология, когда мы помимо божественного откровения стараемся выстроить отношения между человеком и человеком, отставляя в сторону книги Священного Писания и Отцов Церкви, и беря за практику те психоанализы, которые придумали совсем недавно, еще и 200 лет назад нет, <свят> да, все той же пресловутой Европе и Америке. Стоит ли это делать? Не за это ли осуждал Христос книжников и фарисеев, когда говорил вам им о том, помните, 15 главу, «Вы отменили заповедь Божию преданием вашим». Вот здесь вот надо быть осторожными. Хорошее дело любая наука, да, но если она старается подменить с собой божественное откровение, то надо быть внимательнее. Итак, тогда ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе, когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил к ученикам твоим, они не могли исцелить его». Иисус, отвечая, сказал, «О род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда» и запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Исцеление бесноватого. Кому Иисус Христос говорит и адресует эти слова? Род развращенный, доколе буду с вами. В первую очередь, как пишет свидетель Иоанн Златоуст, этому самому человеку, который пришел просить за своего сына, чтобы он исцелился, и бес вышел из него, но в то же время обвиняет учеников Христа. То есть он говорит, вот я, причем принародно это делает, вот я учеников твоего просил, они не смогли исцелить его. И здесь Христос, как бы не упрекая напрямую учеников за маловерие, не обращаясь именно к этому человеку, говорит в общем. Он говорит о том, что род лукавый и прелюбодейный. Доколе буду терпеть вас? То есть что вы перелагаете всю вину... То есть он как бы здесь, этот человек, пришел и обвинил уже учеников, что они виноваты в том, что сын его бесноватый. А как ты воспитывал отец своего ребенка, что твой сын, даже сын дошел до такого состояния? И тоже свидетель Анзлатоуст толкует эти тексты, пишет о том, что этот маленький еще, в общем-то, он был действительно юноша. Ему и то ли некоторые лет 10, может, 12 лет было. Как он дошел до того состояния, что по его грехам, как представитель Анзатауст, у него было это состояние беснования. Ты, отец, куда смотрел? Но часто бывает так и в нашей жизни. Когда мы стараемся обвинить всех и вся, если наш ребенок не получает должного воспитания от нас, как от родителей дома, мы стараемся научить всему, особенно сегодня, век, когда столько они этих домашних заданий выполняют. Просто удивляюсь. Всему старается научить кроме одного. Главному в жизни ⁇ это исполнение заповеди Божьей. Если родители этому уделяют мало внимания, не стоит обвинять окружающую среду. Да это класс плохой. И вот меняют школу, то одну, то другую. Окружение все плохое. Так и здесь Христос говорит, что докольно будут терпеть вас, этому Отцу, что ты пришел, жалуйся на учеников, а где ты был. Можно так сказать делаю вывод из слов свидетеля Анна Златоуста. И мы читаем далее. Как сказано, запретил ему, как мы завершили, и бес вышел из него, и отрук исцелился в тот час. В другом месте Господь Иисус Христос говорит, что род сей изгоняется постом и молитвой. Род сей изгоняется, то есть бес, постом и молитвой. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его? Вот они уже теперь задают прямой вопрос. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчишное зерно, и скажете горе сей, перейти отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет возможного для, для вас. И вот здесь 21 стих, о чем я уже упомянул, «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Мы видим, что Христос говорит, «Если вера ваша будет с горчичное зерно». По-моему, у Нилуса читал этот рассказ, или, может быть, у Варнава Беляева, «Основы святости», где-то вот в такой вот книге простого изложения, но достаточно поучительного, что однажды один старец жил в отшельничестве, и ученику из монастыря Игумен говорит, пойди посмотри, как он там. Ну, этот э, инок шел, он взял с собой и еды, и воды, но пока шел по этой пустыне, как далеко он зашел для уединения э, к этому старцу, то он уже и воду выпил, и тыкву, в которой была эта вода, вып... съел. И когда пришел, видит, что этот старец действительно в этой пещере, он пришел к нему, начал ему рассказывать, что действительно надеясь на Бога, он претерпел очень много от дьявола в этой пустыне, и воду пил, пока она из моря, но, по слову Божьему, она столько, сколько ему нужно делать пресной, и корни ела, и ангелы он видел, что ему служили, и тогда этот старец спрашивает, ну, ты посмотрел, как я живу, а скажи мне, есть ли в мире, например, еще такие люди, что хотя бы у них, по слову евангельскому, была бы вера, хоть горчичное зерно, так что они могли... И он показывает там гора рядом с этой пещерой. Так что они, говорит, могли бы этой горе сказать, что иди в море, и она пошла бы. И когда он произнес эти слова, гора пошла в море. И тогда старец сказал, нет, стой, остановись, иди обратно. И это я просто спросил, я не повелевал. И гора пришла и стала в свое место. То есть если будете иметь веру, хотя бы с горчичной зерну, то можете и гору переставлять. Род изгоняется постом молитвы. Во время пребывания, мы читаем 22 стих, их в Галилее, Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Видите, ученики, несмотря на то, что Господь им уже приоткрыл свою тайну божественного естества, несмотря на все на это, они видели в Иисусе Христе царя, который наведет порядок на земле. Нет ли и у нас такого? что мы видим, что православие и христианство должно навести здесь порядок на земле. Всех воспитать, всех социально да, одеть, накормить, всех просветить, и на земле будет некое царствие Христово. Сразу хочу сказать, что это ересь хилиазма. Никогда церковь не стремилась к тому, чтобы установить здесь царство на земле. В церкви Христос дал совсем другое поручение. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Также Христос сказал, что «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Найду ли веру на земле? Хотя бы с горчичное зерно. Много званных, но мало избранных. Многие отступят от веры. Иногда даже благими намерениями, потому что перепутают заповеди Божии с вымыслами человеческими так этому надо быть осторожно, как и говорит апостол Павел. Будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Иногда можно говорить и Господи, Господи. Но Господь говорит, что вы мне говорите, Господи, Господи. А заповеди моих не соблюдаете. И сердце ваше, и устами исповедуете, а сердце ваше далеко стоит от меня. Почему мы стремимся? Почему у нас печаль? Может, мы как ученики стремимся здесь создать Царствие Божие или кущи построить три кущи и сидеть ждать? Не сказал нам Христос, сидите и ждите, постройте себе здание. А сказал, идите и научите. И опечалились, как сказано ученики. Когда же пришли они в Капернаум, 24 стих, то подошли к Петру, собиратели Дидрахма и сказали, учитель, ваш не даст ли Дидрахма? Это был определенный, скажем, ну, там, налоговый сбор того времени. Каждый должен был платить Дидрахму пользу римского владычества были отдавались одни пользы, другие давались пользу Иерусалимского храма. Он говорит да, и когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему с посторонних. Иисус сказал ему и так, сыны свободны. То есть Христос здесь снова приоткрывает ученикам, что Он есть Господин, как этого мира, так и всей Вселенной. Но чтобы нам не соблазнить их, какие удивительные слова Спасителя, как они важны для нашей ежедневной жизни, чтобы не соблазнить их, как и апостол Павел говорит, «Если это соблазнит брата моего, не буду есть мясо вовек». И далее будет сказано, так, что горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. То есть Христос не хотел даже подать притыкание этим людям. Казалось бы, да кто это такие? Это вообще мутари, сборщики подати Иерусалимского храма, дидрахмы собирают. Но чтобы нам не соблазнить, говорит их. Пойди, говорит, на море, брось уду, и первая рыба, которая Попадется, возьми, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя. То есть здесь как бы Христос так говорит, Богу Божье, а Кесареву Кесареву Отдай им, лишь бы только они не соблазнились. Много смысла вкладывается в эти слова. Иероним Стридонский блаженно пишет, и блаженный Августин, и Иоанн Златоуст, и Ефрем Сирин здесь указывает на то, что не подавать соблазна никому к осуждению, насколько это только возможно со своей стороны. Даже если люди видим, что они неправедно здесь просят, что они у Сына Божия просят каких-то налогов. Неправедно просят. Неизвестно, на что они употребят. И как, изве, неизвестно, а как известно, что, есть такая пословица, деньги они прилипают. И понятно к рукам. И понятно, что не все, что им давали, они доносили до храма. Но Христос говорит, дабы они не приткнулись и не соблазнились, дай им. Это ответ нам на многие-многие вопросы. Стоит ли подавать милости, но ну, если мы знаем, что вот бедные пьющие или прочие-прочие вещи. Поэтому, читая внимательно священное писание, мы находим очень многие, вопросы на, очень многие ответы на свои вопросы. Поэтому нам важно приучить ум свой к чтению Божественного Откровения понять, что только отсюда можно почерпнуть и освещение, преображение человеческой души, как сказано, Слово Божие освещает человека, и в разумлении, как нам поступить в жизни в той или иной ситуации. Спаси Христос.